Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. И знаете что, ребят, давайте кто-нибудь уже купите квартиру в жилом комплексе «Облака». Статус квартира 34,5 квадратных метра с хорошим ремонтом, техникой, мебелью, третий этаж, вид на море и так далее. Купите, пожалуйста, ту квартиру за 10 миллионов рублей со статусом квартиры. Особенно для тех людей, которые боятся жилое помещение. Потому что я, в свою очередь, хочу вместо той квартирки, уже прощальный подарок для Нади, для ее мамы, разменять на большую площадь. Сейчас я вам покажу квартиру. Без малого эта квартира 50 квадратных метров. 50 квадратных метров. Находимся мы с вами в хорошем жилом комплексе, который построен со всеми документами. Вот здесь мы с вами заходим и сразу увидим кухню-гостиную. Хорошая кухня-гостиная, где, соответственно, есть окно, вид на свою какую-то территорию и так далее. Здесь у нас есть еще одно окно. Но в чем особенность данной квартиры? Данная квартира отличается от всех остальных тем, что мы здесь можем с вами сделать, да, здесь вот санузел есть, здесь можем сделать две изолированные комнаты. Вот она, одна изолированная комната, притом эта изолированная комната будет с балкончиком, посмотрите, да, с видом на соседние пятиэтажные дома и, в принципе, на зелень. Внизу у нас улица Яна Фабрициуса. И, в принципе, вот с этой стороны можно еще сделать вторую комнату. Получается, вот как у меня была в «Мелодии леса», две изолированные комнаты, притом с окнами, полноценные, 50 квадратных метров, прописка есть, в принципе, все есть, в доме газ имеется, все у нас имеется. И ценник, кстати, ну, мягко говоря, нормальный, гуманный, учитывая, сколько сейчас стоят, например, те же самые квартирки в новостройках. Ценник, кстати, знаете, я про ценник-то забыл. Сколько же стоит эта квартира? Представляете себе? Сколько стоит? Я забыл. 8315. А, да, ребят, 8315. На секундочку, еще сюда вложить 1,5 миллиона рублей, и она будет с ремонтом. Еще раз давайте покажу. Кухня-гостиная хорошая, нормальная, полноценная, какая и должна быть. Есть санузел. В принципе, одного санузла хватит за глаза. Есть одна спальня. А вот уже в другую спальню мы можем сделать вход отдельно. Вот, например, отсюда. Понимаете? Вот он. И здесь, соответственно, будет еще одна спальня. Что еще нужно? Притом спальни получаются такие довольно-таки хорошие, да, как бы вид. Говорю, вот эта вот зелень даже зимой. Балкончик есть, если кто-то из вас курит. И что еще нужно? Поэтому я готов продать квартиру в жилом комплексе «Облака» с остатком квартиры, все, и купить на те деньги вот такую квартиру и на оставшиеся деньги сделать ремонт. И тем самым получается из 34 квадратных метров превратиться в 50 квадратных метров. Это хороший вариант, особенно для тех людей, у кого детишки есть и так далее. Это, в принципе, нормальная, полноценная двухкомнатная квартира, где две изолированные комнаты и отдельная кухня. Поэтому, ребят, если вдруг хочется купить себе готовое, безопасное жилье, я, конечно, понимаю, что вы хотите, но хотите за аналогичные деньги где-нибудь купить там, не знаю, там, в жилом комплексе «Огни Сочи», там, может быть, в жилом комплексе «Кватро», может быть, там, в жилом комплексе, хотя какой «Кватро», это же «Дагомыс», в жилом комплексе «Новая Заря», в жилом комплексе «Сокол», в жилом комплексе «Остров Мечты». Ну, ребят, волшебства не бывает. Эта квартира действительно продается ниже рынка, это нормальная, адекватная цена, и я считаю, что данная квартира подойдет для тех людей, у которого есть как минимум один ребенок или два ребенка. Потому что цена, в принципе, подарок. На этом мы будем с вами заканчивать. Вам желаю всем хорошего настроения, побольше позитива. Прекрасно понимаю вашу критику, которую вы мне пишете в комментариях. Ну, ребят, не смотрите. Особенно те люди, которые просто офигевают над ценами в Сочи. Не смотрите вы обзоры про недвижимость. Смотрите просто там, не знаю, там, обзоры там, по поводу парков и тому подобное, скверов, там, еще там, рыбалку и так далее. Это смотрите. Хотя в Сочи все дорого, все недешево. Но извините, в Сочи и зарабатывает нормально. В
Вчера приходила уборщица, на 5 часов она у меня убиралась, я отдал ей 5000 рублей. Соответственно, вчера она успела убрать две квартиры. Она мне так сказала, говорит: Максим, я приду в первую половину, потому что у меня как бы еще есть. Соответственно, уборщица зарабатывает 10 тысяч рублей чистыми в день. У меня друг-таксист в Сочи, работая на Комфорт Плюс, на Kia K5, зарабатывает в день от 8 до 12 тысяч рублей за 12 часов. Поэтому, если учитывая такие заработки, понятно, что в Сочи априори не может быть ничего дешево. Как бы, если, например, таксист у вас в родном городе там зарабатывает, может быть, максимум там 3000 рублей в день, то здесь зарабатывает 10 тысяч рублей. Если уборщица у вас зарабатывает там за уборку, насколько вот я знаю, вот у меня в Ворске убиралась, я платил 1000 рублей, 1000 рублей за трехкомнатную квартиру. Здесь же я плачу 5000 рублей за уборку. Понятно, что уборщица, которая работает в Орске, и уборщица, которая работает в Сочи, это как бы небо и земля. Разница в зарплате в 5 раз. Поэтому как бы делаем определенные выводы. А так, конечно, можете сидеть у себя на попе ровно в своем родном городе и рассуждать, как все плохо вокруг и так далее. Кто хочет, тот приезжает и зарабатывает. Кто не хочет, тот найдет 100 причин, почему не нужно ехать и так далее. Это хороший вариант. За 8 миллионов 350 тысяч 50 квадратных метров – это топчик в городе Сочи. Всем добра и пока.